Приветствую вас в домике для цитрусов. Сегодня я вас познакомлю еще с одним апельсином. Это апельсин овальный каламбрийский. Овали каламбриси. Это вот такой вот апельсин. Рост хороший у него. Листочки зеленые, плоды желтые. И это обычный апельсин. Он не пупочный, у него нет пупочка. У него вот такие гладенькие, ровные плоды. Желтенького цвета, овальненькой формы. Хороший представитель для выращивания в комнатных условиях. Условия, как у всех цитрусов, никаких привилегий и особого ухода он не требует. И довольно-таки урожайный сорт. На данный момент на нем 5 плодов. 5 нормальных полноценных плодов нормального размера. Вот я разрезала 2 плода. И, как мы видим, пупочков у них нету. То есть он относится к обычным сладким апельсинам. Вкусовые качества у него очень хорошие. Сладкий, сочный, очень даже сочный. Вот пока мы нарезали, сока много натекло. Сочный, вкусный, сладкий апельсин. Без пупка, обычный, а овальный каламбрийский. Вот еще один представитель апельсинов, который хорошо плодоносит в домашних условиях. Апельсин овальный каламбрийский. Очень сладкий, с хорошими вкусовыми качествами. Растите цитрусы у себя дома, радуйте друзей и близких вкусными плодами. До новых встреч, оставляйте свои комментарии. Люблю, целую, обнимаю.